то еще раз лучше. Да, я еще буду, блядь, вспоминать до конца своих дней, как было, в Советском Союзе. Так надо усовершенствовать, применить, да, сейчас. Пришли этого боёба. Да. Родители. Развалили страну, бля. Так, вот кому обращаться-то? Надо же это... Вон, как-то вон он, вон глава. Да, Хохлов зашёл. Не могу пока пройти на рабочее место, не пускают. Потапчук узурпировал власть. Потапчук решил, что это его частная, да, собственность. Какие наши правовые близкие? Ну, Хохлов, он сейчас подсказал. Обращайтесь в прокуратуру, если вас что-то не устраивает. Я бы не подсказал, это отмазки. Это отмазки. Ну, давайте мы зафиксируем на том, что сейчас 10 часов 12 минут я лично хотел пройти вот туда, в приемный день. Это не важно, кому я хотел идти. Важно, что сейчас приемный день, приемные часы, я хотел туда пройти. Я житель нашего сельского поселения. Есть прописка, все есть. Почему меня не пускают? Я не пришел воевать, я просто пришел. И мы вот тоже пришли. Много по какому вопросов, по вопросу пришел? Я вот там объясню. У нас сегодня сараи горели ночью, да, подожгли. Ну, вот тоже хотелось бы узнать. Сараи где... В середине, да, там. Не поджег там случайно? Поджег. А подъехать местах... пожарная там может? Подъехали, еле подъехали. В двух местах, пожарники сказали, в двух местах подожгли. Это специально, чтобы, да, обременение убрать. Защищают, да, место. Ну, целую ночь сегодня, вот целую ночь. Если не спали. Пускают, это считается должностное преступление. Да. Это уже проговорили. На каком основании? Во вторник здесь так простояли, ушли. Но мы во вторник тоже был приемный день. Тоже. Во вторник он написал уже другое расписание, понедельник, четверг. Хорошо, понедельник. Сегодня понедельник. Сегодня понедельник. Почему меня не пускают? И нас не пускают. В прошлый раз тоже не пускали. Мы в прошлый раз здесь 2,5 часа так. Чего не пускают? Стояли, приехали. Это что, частная лавочка? Или ну, очевидно, он считает, что это его частная лавочка. Ну, вопрос, если там... человек ни в чем не виновен, он этого делать не будет. А нет, так поступают только выходит, виновные, трусы и виновные. Пускай идут с новостями. Пускай идут суды, суды там восстановят. Дальше. Но сейчас-то почему не пускают? Нет, ничего нет. Стоят красивые ребята. Ну, это наши, да? Там тоже наши. Похоже, что Росгвардия решила там внутри находиться. Но... честно, отдал родине эту рекорду. Позвоню, тогда встречаюсь. Мы не вы, я на недолго, не надолго, то есть. Если Росгвардия, так сказать, взяла...